Простите, вы в порядке? Это мой дом. Я сомневаюсь, это школа. Нет, это мой дом. Ну, ладно, это ваш дом. Он вам подходит? Может, вы скажете, где живете на самом деле, а я отведу вас обратно. О, вот, а то простудитесь. Это ты, верно? Я знала, что ты придешь. Простите, я вас не знаю. Сара, меня зовут Сара. Ну что, Сара, почему бы вам не зайти в дом на чашку кофе? Я не могу туда идти, он ждет, он всегда ждет. Что ж, ладно, может, просто подождете здесь, а я пойду и приведу кого-нибудь, хорошо? Ты вернешься? Да, только посидите здесь.